На фоне антироссийских санкций против русских олигархов и падения влияния после январских событий бывшего президента Казахстана Назарбаева, его дочь Дарига пытается избавиться от лондонского особняка, чтобы избежать возможного ареста своего имущества в будущем. Роскошный особняк под Денвуд Роуд в Лондоне выставлен на продажу за более чем 11 миллионов долларов США. Особняк с 4 гостиными, 7 спальнями и 6 ванными комнатами в престижном районе Лондона на тихой улице с видом на гольф-клуб Хайгейт появился в базе данных частной риэлторской компании. Мебель с позолотой, лестница из дорогих пород дерева, обеденная зона под стеклянной крышей и бассейн с бильярдной – всего 765 квадратных метров. Напомним, что после январских протестов в Казахстане режим Токаева заявил о возбуждении уголовных дел в отношении некоторых родственников Нурсултана Назарбаева, а эксперты в свою очередь оценили это как падение влияния Назарбаева. По этой причине его родственники быстрыми темпами начали избавляться от известного для властей имущества за границей. Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих. Примечательно, что Дарига Назарбаева не хочет повторить судьбу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которая на сегодняшний день лишена свободы в Узбекистане, в то время как ее имущество на Западе арестовано. Видимо, ее под условия домашнего ареста, судя по сообщениям ее дочери, это произошло в июне прошлого года, как бы ей облегчили условия такого содержания, да? Но, видимо, это не в ожидании того, что она будет подписывать бумаги, сотрудничать и изъявлять готовность идти на уступки. Обладание роскошными особняками и миллиардными счетами в странах Запада – это неотъемлемая традиция всех родственников диктаторов в странах Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане. Журналисты неоднократно публиковали информацию о наличии у клана Рахмона заграничных офшорных счетов, куда регулярно выводятся деньги из страны.